А ты говоришь, что это противники, а не вот наши? Четыре человека идут гуськом. Ладно. Убедил. Сейчас подожди только, это самое, ребята выйдут на позиции там. Мы обычно образуем боевое пятно. Да. Слушай, у меня каждый раз этот лазерный целеуказатель тепловизор разного цвета. То он серый, то он зеленый. Это глюки. Серый это американский, но зеленый, иногда да, зеленый да. Это, да, это иранский. Так, ну и дайте я вот эту вышечку сейчас залью, вот я вижу врагов там. Что, заливаешь? Сейчас буду. Летит. Ох, вообще не туда. Ты мужчина... Там нормально, да. Там патруль. Все нормально. А, окей, просто не вышку дал. Все ожидали патруль вышку. Я, кстати, рыл. А вот хорошо, полетело хорошо, на вышку. Хорошо, все тебя неправильно поняли. Вот сейчас летит вся вышка. Кто там стреляет? Ну подождите. Блин, и они все убежали. Да тьфу. Они не убежали. Там холм. Ты не видишь? Нет. Ребят, патруль рассыпался правее вышки, смотрите. На, прям на плоскости. Да. К вам сейчас подниматься начнут. Правее вышки на этой самой, на склоне. Одного убили. А сейчас я... Ооо. Хорош, да, хорошо. Вот по правой кромке того, куда упало, упали мины. Да, меня тут только что... Ну, там двоих накрыло хорошо. Подвезу-ка я сюда дрона. Отстреливаются. Да совсем отстреливаются, слушай. Слушайте, ну там накрыло тех, кто там вот в поле был. Сейчас туда еще, правда, вот одно прилетит, подождите. Там, правда, уже трупы. Вот это качественно сейчас было. А я вообще еще что-то бегает. Смотрю. Слушай, он фигачит перед вышкой совсем. Это кажется, что... Все, ЧП. Все, я больше живу не вижу. Слезает те два. Слезаю. А ты внизу? Да, я на машине тебя живу внизу. За холм. Вижу живого. Залетел прям сейчас. Лол. Вот как они меня убивали через холм, я сейчас точно так же убил. Его даже не видно. А, живой бежит в вашу сторону. Рядом, справа от вышки. За камнями. Еще один убегает, видимо испугался. Им кусты пофиг, они видят, да, все. Группу камней видите? Рядом с вышкой. Слушай, а подожди, вот кто у нас первый самый? Подожди, не иди, стой. Стой. Что это такое? У меня просто на тебе значок ремонта. На вышке, прям за песками. За мешками с песком. Не знаю, что. Point номер один это я, и тут поврежден двигатель на машине, возможно, из-за этого. Стреляет по вам. Есть. Это дрон, да, нам сейчас подскажет? Или кто? Что? Ты с дрона наблюдаешь? Да. Что, чисто, да? Никого нет вообще? Опять техники нет. По-моему, в этой игре у нас без техники вражеской. А потому что в армии повар сейчас маленький, но у них уже, считай, у них растет. Так что технику мы скоро увидим. Пошли, ЧП. Она не успеет вырасти. Или она параллельно с нашим растет? Параллельно с нашим растет. Она быстрее, чем наша растет изначально. В смысле растет?
Ну тут есть такая статистика Army Power, которая как раз отражает общую живой. Нет. Общую силу. У вышки лежит живой. А, слева от вышки, если вы смотрите. Ближе к вам. Вижу два контакта. Направление 60. Вот там еще дальше, еще один. На тебя не ты, я еду. Не успел, он разобрался. А кто кто лазером светит на вышку? Я свечу. Дрон. Я свечу на него. Это еще один, там еще перед ней ползает. Давай им сейчас туда еще отдам немножечко. Да, закинь. А ты как лазер видишь? Ну, тоже лазер, что ли? Ну,